Татарстане печатают бюллетени для голосования на выборах в Госдуму. Бланки изготовят на двух языках – русском и татарском. На белой бумаге – защитной сеткой разных цветов, чтобы разместить голосование по разным округам. На их производство потратят 70 тонн бумаги и 2 тонны краски. Всего к выборам подготовят почти 3 миллиона бюллетеней для голосования по федеральным спискам и столько же по одномандатным округам. У каждого документа несколько степеней персональной защиты. Специально на госзнаке отпечатаны марки по количеству бюллетеней, точно единица в единицу специальные защитные марки, которые просто невозможно повредить, потому что у них есть элемент как бы самоуничтожения этой марки, который не дает возможности эту марку переклеить. Бюллетени для думских выборов должны поступить в избирательные комиссии Татарстана не позднее 7 сентября. Доставят их под конвоем вооруженной охраны спецсвязи. Напомню, по решению Центра избиркома России в связи с эпидемиологической ситуацией выборы будут проходить в течение 3 дней – 17, 18 и 19 сентября.